А в Национальной библиотеке имени Амурсанана состоялась презентация книги «Директор памяти Николая Саранова», человека, чья жизнь и судьба неразрывно была связана с остановлением и развитием автомобильного транспорта республики. В 1960 году герой книги после окончания Омского автодорожного техникума получил специальность техника-механика и вернулся на малую родину. В тяжелые годы восстановления республики Николай Саранов быстро дорос до руководящей должности, проявив себя как крепкий хозяйственник. Хроника «Документальное повествование» рассказывает о непростой, но удивительной судьбе талантливого руководителя. С молодых лет его отличали работоспособность, целеустремленность, высокое чувство ответственности, незаурядные организаторские способности, добросовестность, чуткое отношение к людям. Все эти качества на протяжении всей трудовой деятельности позволили почетному гражданину республики в течение 30 лет занимать руководящие должности в крупных автотранспортных организациях Калмыкии. Книга памяти была выпущена родственниками и коллегами Николая Саранова. Большая часть из них была передана в дар библиотекам республики, а также друзьям и коллегам. Казалось бы, книга создавалась с целью увековечения памяти, но в процессе работы стало понятно, что она предназначена, эта книга, посыл для будущих поколений, наших детей, внуков, для того, чтобы они чтили, также продолжали славные традиции нашего калмыцкого народа. Бесконечно множество знаний передал мне, научил своей жизнью то, что как он пережил Сибирь, оставшись совершенно ребенком, один на один с жизнью, жестокой жизнью. И каждый день это была игра со жизнь и смерть. И всегда можно было, и он всегда выбирал жизнь. И он жил, несмотря ни на что, и он жил всегда счастливо, и он никогда не унывал, всегда был позитивен.